Цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Ну, знаешь, вот, Юль, все-таки мы привыкли, что у нас тюль висит с портьерами. Вот согласись, что это классика жанра. Но хочется сделать ее более эффектной. Хочется, чтобы в нашем доме абсолютно, знаешь, по-королевски было убрано окно. Так, если хочется по-королевски, тогда выбираем самые лучшие ткани, которые отличаются от того, что мы привыкли видеть. Всегда бархат считался предметом роскоши, но наш бархат особенный. Mm-hmm. Прекрасная интерпретация французского бархата Деваре, который чарует с первой минуты. Преобразование интерьера происходит буквально по волшебству, по мановению, как будто бы волшебной палочки. Это потрясающая фактура с эффектом витража. Мы сейчас выключили свет, и посмотрите, как вензель стал вырисовываться. Да? Дизайнеры, волшебство, правда, Оля. Дизайнеры создали нам будто бы витраж, но из ткани. То чудо. Посмотрите, как переливается. Вы полюбуйтесь только, как зеркальным блеском сияет каждый завиток вензеля. Очаровывает, притягивает взор. Я уже представляю, повесить такие шторы, придут гости, да даже соседка просто заглянет, и у всех будет, мне кажется, ступор, просто ошеломляет такое украшение на окне. Ведь это ваше окно, и будет оно радовать вас. Мы, входя в комнату, первым делом видим окно. Сегодня шторы «Спокойный вечер» – это комплект штор, это две портьеры, плюс еще и два подхвата – это лучшая цена. Дозвонитесь прямо сейчас, у нас есть различные расцветки, 4 цвета на выбор. Две портьеры, два подхвата, шторная лента уже пришита из богатейшей ткани бархата Деваре. Такой цены никогда не было и навряд ли будет еще. Спешите, торопитесь и посмотрите, какая действует экономия. Знакомьтесь с цветами. 4 цвета на выбор. Темно-коричневый, шоколадный, вкусный, благородный цвет респектабельности. Mm-hmm. Цвет стальной. Обожаю прохладные оттенки. Они очень освежают. Вот сейчас видим стальной. Какие же приятные переливы перламутра. Жемчужные. Освежают интерьер. Добавят пространство в маленькой комнате. А если хочется солнышко, если вы привыкли отдыхать в комнате туда, куда солнышко, может быть, не попадает, но это ваша любимая комната, тогда украшайте ее золотыми портьерами. Это будут ваши солнечные лучики. Ну что ж, вы видите сейчас золотой цвет, но у нас есть еще молочный, но их осталось всего 4 комплекта. Можно зайти и на сайте заказать, либо просто попросите оператора, чтобы вам положили в корзину заказа комплект штор «Спокойный вечер» в молочном цвете. Невероятное предложение. Это бархатный. Вот вы посмотрите, какие они, знаешь, по-королевски богатые и роскошные. Вообще, вот давай разбираться во всех нюансах и деталях. Олечка, ну, бархат Деваре всегда привлекал внимание дизайнеров. 150 лет известен миру этот роскошный материал. Wow. Придумали его французы, столица французского ткачества в городе Лионе. Придумали, как же из сплошного бархата сделать вот этот вензель, парящий в воздухе, чтобы облегчить немножечко окна, потому что бархат – это, да, признак роскоши, но не каждый может позволить себе бархатное украшение для окна, утяжеляет очень. А здесь он резной бархат, видишь? Вензель, как будто бы отдельно, да, цветок, вот он парящий, как витраж, но из ткани. И это чарующий, эксклюзивный абсолютный интерьер. Это особенное украшение. Вау, вот это да! Вы только подумайте. Это готовый комплект на шторной ленте. Это две портьеры и плюс еще и подхваты. Это легкое преображение вашего дома, интерьера. Вы как фея волшебной палочкой взмахнули, повесили шторы и все. И у вас уже королевские покои. Набирайте наш номер телефона. Это готовое решение, которое не требует больше никаких усилий. И теперь давайте будем углубляться в изучение этой особенной ткани. Вот ты знаешь, Юль, ты вот сказала, что это особо дорогая техника бархата Деваре. Вот расскажи, пожалуйста, как получается такой рисунок? Вот смотрите, из сплошного бархата по шаблону, придуманному дизайнерами, убирают специальным составом лишний ворс, и рождается вот этот красивый, рельефный, богатый, витиеватый узор. Чудо! С историческим шиком, с французским шиком украшаем
украшаем интерьер таким бархатом. Я люблю его предлагать, Олечка, особенно к весне и к лету, потому что это бархат, который дарит роскошь, но это бархат не тяжелый. Он не утяжеляет карниз, он не съедает пространство. Вот что важно. И он подходит под любой тип интерьера. Это абсолютно классический узор. Сразу гармоничная портьера. Ты видишь, да, не просто рисунок в разброс, очень а эффект ламбрекена, да. Видишь, и укрепленный низ. То есть это готовое изделие. Необычно. Вот полюбуйтесь. Обычно как что наносится рисунок, он везде одинаковый. Сверху донизу потоком идет. А здесь действительно у нас и сверху идет как будто бы ламбрекен, и снизу как будто идет канва такая завершающая. Шторы «Спокойный вечер». Это две портьеры на шторной ленте и плюс еще и два подхвата. Мне очень нравится, что вы экономите сегодня максимально, ведь это лучшая цена. Юль, ну мы как женщины найдем, на что потратить, сэкономить. Конечно, конечно, мы найдем, куда потратить скидку. Я тоже, Оля, хочу как эксперт цену сегодня прокомментировать. Бархат Деваре в такой цене вы не найдете больше нигде. Да. Просто метражом, если брать даже, у нас-то гармоничные изделия, если просто метр брать, он будет метр стоить только 2500 рублей. Ты представляешь, а еще пошив, а еще шторную ленту пришить, а у нас уже все и есть. Подхваты, а у нас уже все есть. Ну что ж, теперь меня интересует вопрос практичности, потому что смотрится дорого-богато и нежно. Вот есть такой, вот, знаешь, эффект нежности. А насколько ткань практичная? Смотрите, как интересно дизайнеры придумали. Они сделали не просто бархат, а бархат эластичный. Это очень важный момент, потому что портьеры после стирок, я знаю, многие жалуются, вытягиваются, да, меняют свою форму, геометрию, на окошке уже смотрится не очень приглядно. Здесь такого не будет. Форма сохраняется после стирки, возвращается, да, за счет эластичного эффекта. Еще один момент, который Олечке сейчас понравится, я просто это знаю точно, сейчас продемонстрирую. Эти полотна не мнутся. То есть после стирки вам не придется гладить бархат Деваре. Вы его распрямили, а это важный момент, потому что все боятся сжечь, не дай бог, шторы. Гладить их не любят. Здесь вы избавлены. Это простой уход и долговечное использование. Без выцветания даже на самой солнечной стороне. Вот это да. И не выгорают, и легко стираются. Отлично. И не вытягиваются, и ворс не будет заминаться. Все и сразу. То есть мы вынули из машинки после стирки во влажном виде прям повесили на карниз. Отвисятся они, и все. Это идеально. Это возможность не тратить время на то, чтобы ваш дом был всегда аккуратно убран, аккуратно и абсолютно в блеске.